Можно его найти в лесу? Нет. Да можно. Да, конечно, да можно. Что там плавает? Оно плавает? Нет. Оно летает? Нет. Оно, господи, что оно? Оно что? У него есть шерсть? Нет. Лысый. Кто у нас лысый? Не кот, нет, не кот. Он нам не домашний, мы же тебе уже сказали. Так что, если он не хищный и не домашний? Он... А, это из села, может быть? Ну, вы помните, кто? Вы помните. Подождите, еще раз скажу. Из села он может быть там баран, корова? Нет. Да, это баран. Оля? Он может, он мясо ест? Нет, да. Нет. Нет, ты что? Ты серьёзно? Ёжик. Нет! Можешь спросить вопрос? Он большой? Да! Динозавр. Нет! Нет! Господи, начала перечитать, где он может жить. В пещере. Нет, не об этом. Ты спрашиваешь, ты задаешь вопросы. Да, задавай вопрос. Господи, он в Украине? Нет! Да! Нет, в Украине. В Африке? Да! А вам я со змеей не подсказывала? Сколько раз? Вообще ни разу.